Человек зашел на консультацию. Подтверждаем подлинность казахстанских монет. Всем привет от Игоря Павловича. Вот представился уникальный случай снять небольшой ролик. Скрываем монеты, золотые четвертинки. Вот тираж обезьяны. 1000 штук знаем. Часть тиража сейчас пойдет на переплавку ювелирам. Легче сейчас отдать ювелирам, чем коллекционерам. Вот смотрите, 7,76 грамм по расхождению по весу. Вот учитываем вот, погрешность, учимся. Смотрите, сюинбая бросаем также. Я специально лапаю монету, чтобы именно показать, что пойдет на уничтожение. 7,78 6 тысячных. То есть вот абсолютно идеальный вес на сюинбае. На этом. Так, возьмем другую монетку. Нашу казахстанскую кролика. Вот тоже 7,78. Самый идеальный вес. Вот 3/9. Именно опять же акцентирую внимание в данном ролике на то, что мы знаем тираж монет, но часть иногда идет на уничтожение. Имейте в виду. То есть вот сейчас в целом 3 унции на переплавку. Вот весит, значит, вот обезьяна, вот одна была меньше весом, вторая нормально, чтобы понимали такие вещи, как идет плотность металла, очень тяжело абсолютно точный вес, но в основном все монеты правильно во веса идут. Еще раз, значит, 1000 штук было обезьян, но их будет меньше, фактически меньше 1000 тираж монет. Вот так вот примерно. Коробочки навар, весь в коробочках и в капсулах будет оставлен на канале ИП. Может, не надо? Да. Фактически просто показываем, что доказываем, что эти монеты не блефуем в живом. Именно да. Еще раз вот очередной проверим. Вот это именно с избытком пошло. Небольшим. Помните, да, одна монета была 7,76, то есть более-менее существенно. Это, опять же, ничего. Вот это, конечно, там закон округления, то все. Ну, молодцы, хоть в этом наши не подкачали, это вот больше, то есть на ход ноги. Вот, напоминаю, как, для тех, кто не знает, вот, четверть унции, пол унции и пол унции, пол унции и пол унции, одна унция, то есть вот 4 четвертинки, вот она идет, одна унция, вот одна унция и одна, 2 унции. И сейчас еще одну унцию. Это для того демонстрация, чтобы понимали еще раз, что с каждым годом коллекционного материала по жизненным обстоятельствам будет все меньше и меньше. То есть, кто коллекционирует и идет до конца, тот, может быть, и останется с уникальным товаром. Вот, 7,9. Вот, пожалуйста, заснимите. Вес. То есть, это все, конечно, в пользу уже вес идет ювелира. Это его хлеб. Ради бога, не жалко. 7,79. Ну, это, конечно, мизерные. Но, тем не менее, мелочь, а приятно. Еще одна, 7,79 грамм. Еще раз. Это сюинбай. Вот, оказался чуть-чуть больше вес. Положил нацбанк, не пожалел. Но есть, не забывайте, и в меньшую сторону. Поэтому в среднем это все компенсируется. И вот абсолютно точный вес совпал. Поэтому претензий по весу, по качеству металла, я думаю, нам ювелир потом, если не трудно, скажете, совпадает качество, то есть держит металл. По серебру мы знаем, у нас претензий к нашему монетному двору не было. То есть вот 4, 4 и еще. Вот всего лишь, смотрите, что такое емкость серебра. 3 унции. Грубо говоря, сколько тут потянуло? Нет, 93, понятно, это я имею в виду по деньгам. Это миллион. И с чем-то тысяч долларов.
Ну, короче, вот, больше миллиона тенге. Все вмещается, вот, кулачок. Раз, взяли монетки и пошли. Вот он, цвет настоящего золота. Всем приятных впечатлений. Не забываем ставить лайки. Отрицательные не ставьте. Смотрите, здесь все во благо коллекционеров. Консультации платные.